Несколько героев здесь. Но посмотрим, мы женщины еще там, хорошо? Мы посмотрим. Но это Си-Ян-Ян. Вот здесь герой. Здесь герой. Си-Ян-Ян. Си значит... Довольный. Довольный, happy. Да, вот. Ну, да. Хорошо, сейчас мы посмотрим. Это Си-Ян-Ян. Это Хуй-Тай-Лан. Лан. Хуй-Тай-Лан. Хорошо, пожалуйста. 他想做什么？他想吃鱼了。为什么？因为鱼已经死了。他想抓羊，一吃羊。 Поймать шкварашка и потом съесть его. Чуа схватить, поймать. Да, он всегда и он придумал все такие способы, чтобы чуаян. Но никогда не успел. Вот такой. Вот и другой, другой герой. Второй, второй здесь. Мэй. Мэй Ян Ян. Что это Мэй? Красиво. Да, красиво. Мэй Ян Ян. А здесь третий. Третий. Та ши шэй? Ти санга. Третий. Вот здесь. Да, это милый барашек. Да, милый. Да. Нуан Ян Ян. Нуан Ян Ян. Хао. Сямин. Вот. У нас сейчас четвертый. Лан Ян Ян. А что это лан? Лан – это ленивый. Лан, лан-ян-ян. А здесь пятый – фэй-ян-ян. Ну, здесь фэй, ну, ничего. Это просто он очень спортивный, спортивный. Ха си хуан юн дун. Хао, ну, это такой герой, наш герой, да? И хуй-тай-лан. 啊,我有心愿意。No,好,这是他的子,我听他说,子,就是他的孩子,的妻子,的妻子,好, what girl is this, 都是这样的, 灰太郎, 红太郎, what is this, on 灰太郎, as this, красный的, 红太郎, 他的妻子, as this, at the shistoy, 小灰灰, 小灰灰, 对吧? 咦, ну, обычно, да, вот 小灰灰, 小灰灰怎么样? 很可爱, 小灰灰很可爱, ну, посмотрим, ну, так, 他饿了, 想吃东西, 好吧, 他做什么? 灰太狼做什么? 做什么？抓羊。他带羊回家。吃羊。好，теперь посмотрим на мультфильм。我们来看一看啊。Почему? Угу.
Потом надо сказать, какая история будет. Да? Yeah.
Yeah.
сейчас. Ты когда-нибудь такое видел? Си-Ян-Ян,你别想冒充我儿子来骗我。 我是不会上当的，还想骗我？看我怎么拆穿你的伪装吧！竟然连自己的儿子都不认得，我一定会回来的。懒羊羊。 快吃饭了，你还吃蛋糕啊？没关系，这点蛋糕他会当我吃饭的。我是想问你，蛋糕是哪儿的？你小灰灰的，又偷吃小灰灰的蛋糕？我没偷吃，是我跟他换的。不过他不知道而已。 这个动画片叫什么名字？喜羊羊与灰太狼。这个动画片叫什么名字？我们看了什么？动画片，我刚看了另外一次。动画片叫什么名字？喜羊羊与灰太狼。문단어떻게 표현했는가? 在这个故事里，小灰灰故事里，他们想做什么？做什么？ 蛋糕，蛋糕，对呀 ，вот много раз повторили，蛋糕，蛋糕，蛋糕的，他们想吃蛋糕，他们想做蛋糕，да，вот，好的，ну，очень，我也很喜欢这个电，这个动画片《喜羊羊和灰太狼》，ну，ну，потом уже время нет，да，вот，и еще третий动画片，это называется。 Кротик и панда. Там на YouTube тоже есть. Читал ма? Канго ма? Не канго ма? Канго. Кротик и панда. Вот так. Вот. Так. Вот. Ну да. Кротик и панда. Да. Они вспугиватели мультик с СССР. Ну, это новые, да, и тоже там все такие вот китайские режиссеры и вот художники, они вот так делали, вот, кротик и панда и да шумал, ну, это, наверное, Сяо-Ян-Шу и да шумал, Сяо-Ян-Шу и да шумал, вот. 啊，если你们想看，也可以在 YouTube 上面找一找单，просто называется，Кротик и панда。好的，这个我也看过。对，嗯。
Ну тогда сегодня и уже все, да. Если еще хочешь, то вот можно показать здесь кротик и панда. А если кто-то уже хочет, ну как домой, то можно тоже идти домой. Это на русский. Кротик и панда. Что ты? Привет, привет.